После пятидневной голодовки в знак протеста против террора, развязанной властями в отношении Бельской администрации, муниципальные советники поблагодарили всех тех, кто поддерживал их в трудную минуту. Сотни людей во время акции протеста приходили поддерживать голодающих, звонили по горячей линии, присылали СМС и подбадривали в социальных сетях. Добрый день, дорогие бельчане! Добрый день! Примары других районов и люди, которые приехали нас поддержать. Я хочу выразить вам огромную благодарность за оказанную поддержку в сегодняшний день. За эти 5 дней, когда мы объявили голодовку, к нам приходили сотни людей. Тысячи звонили по телефону на горячую линию. Несмотря ни на что, при вашей поддержке мы только выдержали. Я от имени себя лично и от имени всех моих коллег, которые стоят тут, хочу преклониться перед каждым из вас за те слова поддержки, за теплоту, за доброту, которая выходила из каждого СМС, из каждого звонка. Поверьте мне, что все это нам придавало силы дойти до сегодняшнего дня. Спасибо вам огромное. Мы не отдадим наш город. Это наш город! После заседания муниципального совета, на котором было принято решение провести 4 марта референдум о доверии мэра Рената Усатому, возле входа собрались те, кто поддерживает бельских советников, объявивших голодовку, чтобы спасти свой город. Люди приехали из разных городов и сел, в том числе из Кишинева. В знак одобрения и поддержки они аплодировали и в один голос скандировали «Браво, молодцы!»